саженцы яблони колоновидной московской ожерелье устойчивы к болезням и вредителям, в том числе к парше. Лучше всего их сажать осенью в суглинки и супесчаники. Высота взрослых деревьев достигает до 2 метров. Крона сильно облиственна, компактна и малогабаритна. Урожай созревает поздно осенью к зиме, примерно в октябре. Вес яблок варьируется от 130 до 250 грамм. Окраска тонкой, плотной кожицы равномерная карминово-красная. Мякоть кремовая, может быть красноватой, плотная, сочная. Плоды сладкие с небольшой кислинкой. Они хорошо хранятся до января, пригодны для потребления в свежем виде и различной переработки. Яблони колоновидное московское ожерелье – это дерево высотой 200-300 см с типом роста, полукарликовый. Цветет растение в месяц май. Плоды имеют массу 130-150 грамм. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.